И люди говорят, типа, слили этого... А, ну, типа, то, что слили по-тупому, что я убила, понятно, каким образом. А ничего, что, может, кто-то не смотрел, а теперь он посмотрел нашу реакцию, ты заспойлерил, поэтому тебе придется это вырезать. Майни и Лентяйка, мы с вами. Привет. Всем привет. И сегодня у нас реакция на озвучку Рыжего Пса, и видос называется «Игра престолов», все сезоны за 3 минуты, потому что вот выходит скоро финальная серия 8-го сезона, 8-й же сезон, да, 8-й. 8-го сезона, 6-я, и там будет понятно, кто сядет на трон, это очень важно. И мы хотим освежить себе память. Да. Как раз мы с Катей смотрим «Игру престолов» и ждем последнюю серию. И... Кого по 7-й сезон? За 3 минуты. А по 7-й? Сезон 1. Не теряй головы. Дома борются за Вестерос, землю насилия и секса. Король Роберт Баратион просит Неда Старка стать десницей. Таргариены хотят вернуть трон. Дайнерис выходит за Хала Дрогу и дарит драконе яйца. Роберт умирает. Серсея забирает трон. Роб Старк идет на выручку Неда. Джоффри казнит его. Народ пресекает Робу. Хал умирает, рождаются драконы. Сезон 2. Свадьба белых ходоков. Ничего себе, так быстро. Станис Баратион собирает армию. Роб воюет с Ланнистерами. Ну, Станис точно. Был такой персонаж. Баратиона. Тион предает Старков и захватывает Винтерфелл. Роб женится на Талисе вместо дочери Фрея. Станис поражен в Королевской гавани. Джоффри меняет Сансу на Маргарет Тирелл. Сезон 3. А то Маргарет монстр спалили. Джон дружит с одичалами. К Дайнерис примыкает армия рабов безупречных. Джейми берут в плен Старки. Тайвин насильно сватает Сансу и Тириона. Роб извиняется, что не женился на дочери Волдера Фрея. Странная дружба. Дарио и сыны присоединяются к Дайнерис. Роба его людей убивают на красной свадьбе. Сезон 4. Да здравствует король. Джоффри травят на свадьбе. Винят Тириона, король Томан. Дайнерис убеждает мейринских рабов восстать за нее. Тириан требует суд поединком. Гора побеждает. Мизинец становится лордом долины. Армия дичалок добирается до стены. Станис разбивает их армию. Бран встречает трёхглазого ворона. Джейми отпускает Тириона, тот убивает Тайвина. Варис помогает Тириону сбежать. Эрис бегает из семи королевств. Сезон 5. Драконы-подростки, гарпии и его воробейшество. Манта отказывается поклониться Станису, и Мелисандра его сжигает. Ария готовится стать безликим убийцей. Джон становится главнокомандующим дозором. Маргари выходит за Томана, воробьи наращивают влияние и арестовывают Маргари и Лореса. А Серсею заставляют пройти голой по городу. Джейми спасает дочь Мерцеллу из Дорна. Дорн их отпускает, но девушку травят песчаные змейки. Мизинец выдает Сансу за психа Рамзи Болтона. Джорах приводит Тириана Дайнерис. Джон заключает офигенный союз с одичалами. Нападают ходоки. Джон возвращается с тысячами одичалых. Станис, ужасный отец, позволяет Мелисандре принести его дочь в жертву. Станиса побеждает люди Болтона в Винтерфелле. Гарпи покушаются на Дайнерис, но ее спасает Джорах. Прилетает дракон. Господи, Алистер и другие дозорные убивают Джона. Сезон 6. Джордж следит за тобой, смерть Ходора. Моя и книга когда-то. Хочу рассказать Ранбокс, крутом сайте, призы. Ториана. Рамзи убивает отца. Эурон Грейджой убивает Бейлона и захватывает Железные Все острова. Все кого-то убивают. Мелисандра воскрешает Джона, он убивает предателей и покидает дозор. Санса и Джон планируют захватить Винтерфелл. Дайнерис пленят, и она живет со вдовами Кхала. Она сжигает дом и выходит из пожара, да тракийцы теперь с ней. Бран узнает, что дети леса создали белых ходоков. Они нападают, и Бран из будущего управляет Ходором, чтобы спастись. Бран трёхглазый ворон. Мэйс, Тирелл и Джейми пытаются забороть воробья, но с ним Томан. Ария, став машиной для убийств, возвращается из Браваса. Джон идет на Винтерфелл, заручившись помощью Мизинца. Народ собирается на суд Серсеи и Лореса. Серсея взрывает септу и все умирают. Томан, узнав о смерти, это Маргари выбрасывается. Серия, Ария в маскировке кормит Фрея его сыновьями и убивает его. Мизинец предлагает Сансе стать его королевой. Бран узнает, какой что Джон сериал. Лианы Старк и Рейгара Таргариена. Серсея королева. Тириан десница Дэнни, она плывет в Вестерос. Сезон 7. Блин. Это чё, дракон-зомби? Ария в образе Волдера травит его родных. Дайнерис в Эстеросе встречает Джона. Эурон нападает на флот Дайнерис. Армия Ланнистеров побеждает Тиреллов. После дотракийца и Дэнни на драконе крушат армию Джейми. Джон с группой ловит ходока. Дайнерис спасает их на драконе. Один дракон стал зомби. Серсей показывает белого ходока. Классно. Она соглашается помочь Северу. Мизинец пытается стравить Арию и Сансу. Санса клеймит его позором, а Ария убивает. Сэм и Бран понимают, что Джон из тоже жалко, Мизинец такой классный был но персонаж. Но в итоге Джон и Дэнни спят вместе, в силе Ланнистеров. Дракон Короля Ночи плавит стену, и он проходит через нее с армией такой ровный порез. И это Игра Престолов за 3 минуты. Надеюсь, вам понравилось. Если да, то подпишитесь на канал. Я устал. Жесть. Ого, как много всего произошло. Зачем я смотрел сериал? Можно просто посмотреть это видео. Да. На самом деле, сериал классный. Конечно, последний сезон он... В некоторых местах бывает спорным, но все равно интересно смотреть. Не знаю, не понимаю бугурта дикого, знаешь, многие сейчас орут, то, что сезон говно, посливали персонажи и так далее. Не знаю, я не читаю и не смотрю. Ну и правильно, потому что, блядь, почитаешь, надо думаешь, господи, что все такие же, все жалуются. Нет времени читать это. Как по мне, довольно интересно сделали, непредсказуемо, и люди говорят, типа, слили этого... А,
Ну, типа, то, что слили по-тупому, что ее убила, понятно, каким образом. А ничего, что, может, кто-то не смотрел, а теперь он посмотрел нашу реакцию, ты заспойлерил, поэтому тебе придется это вырезать. Нет. Почему? Это была четвертая серия, уже что вот последняя. Какая разница, может, кто-то ждет весь сезон. Нет, это вырезать. Да мы только что смотрели весь сезон за спойлерами. Ну, ты же не сказали, кто кого убил. Почему, если тут сказали, как убили половину персонажей из первого я сезона? Я имею в виду, может, кто-то не смотрит восьмой сезон, а ты уже слил. Кто кого убьет в восьмом сезоне? И типа, ну да, логично, что убьют. Ну это понятно, но ты слил, кто убил его. Ладно. Я ничего не сказал. Тебе придется вырезать. Я вырежу просто волосы. Тебе в этот момент. Если я забуду, то простите. Я такой вот педик, блин. Хотя надо бы посмотреть уже эту серию. Какая разница? Просто представь, что ты решил посмотреть видео, и тебе такие... А я не... Вот видишь, Человек-паук... А я не смотрю видео про то, что я не смотрел. А видишь, Человек-паук перед трейлером предупредил, что тот, кто не смотрел... А я же Человек-паук. Какая разница? Даже он предупреждает. Хотя ему, по идее, должно быть глубоко насрать. В смысле, он Марвел? Конечно, ему не насрать. А ты Майни. Да, видишь, у вас даже насрать на покое матина. Спайдермен, Спайдермен. Все, я заставлю его вырезать еле звук. Если я забуду, извиняюсь. Да. Потом он так получит по сраке. Юлечебные сраки. Ребята, не забывайте, что есть спонсор канала 1xbet. Также не забывайте, что там можно узнать, точнее, угадать, кто сядет на трон. Как раз вот завтра уходит новая серия. Ночью, поэтому успейте. А еще промокод, ну, вы видите уже на экране. Да. А теперь, знаете, что еще Инстаграм есть. Инстаграм, потому что если ты подпишешься, то я тебя пролайкаю, а если нет, то ты будешь какашкой. Да, всем удачки. Всем пока. Пока.